Привет, друзья! На Медне исполнилось аккурат 100 дней, как мы с Варваром путешествуем по Карелии. Ну, 100 дней – достаточный срок, чтобы выявить все его достоинства и недостатки. Вот о них я и хочу сейчас рассказать. Главный недостаток, который сразу же бросается в глаза, это проржавевшие от морской воды полукольца. Когда-то они были хромированными. Как сказали мне в компании, хромированные кольца больше не используются. Сейчас используются полукольца со специальным морским покрытием, которое не ржавеет. Главное достоинство в том, что у него баллон всего 25 сантиметров, в то время как у большинства надувных байдарок баллон 30 сантиметров. Что дают эти 5 сантиметров? Они дают, во-первых, уменьшение ширины. Если стандартная байдарка надувная имеет ширину 90-95 и выше, то здесь ширина всего 85 сантиметров. Это значит, что она уже, она более утонченной формы, она легче разрезает воду, у нее больше скорость и лучше устойчивость на курсе. Хотя на самом сайте там Триал отдельной позиции Варвар 380 нет, там есть только Варвар Гигант, у которого баллон 30 сантиметров. Но при заказе всегда можно указать 25, именно вот такой вот. На грузоподъемности это никак не сказывается, потому что грузоподъемность обеспечивается за счет надувного дна. А баллоны, они погружаются в воду, ну, едва ли на четверть. Поэтому вот такая байдарка запросто везет 150 килограмм полезной нагрузки. Этого хватит вполне на поход на 2-3 месяца. За прошедшие 100 дней Варвар побывал со мной в разных переделках. Я прошел на нем очень маловодные шкуродерные шеверы на Калге. Я прошел на нем очень узкие каменные пороги Ковды. Это легко оказалось пройти. Никак не пролезть. Сковородку бы не поймать на таких порогах.
Я неоднократно волочил его по траве, по песку, по камням, по корням. Застрял. Эх ты, варвар, разъелся-то как. Наверное, тут у мужиков терпение кончилось или водка. Поэтому дальше они расчистить не смогли. Фу, эх, да. И вот вполне сейчас можно посмотреть, каким последствиям все эти действия привели. Вот эти вот царапинки на носу, они образуются чаще всего, когда вылетаешь на какой-нибудь камень или когда причаливаешь к пологому берегу, то есть нос первым вылезает на песок, на камни. Естественно, получаются такие вот малозаметные, но все-таки существующие царапинки. На мореходное качество они никак не влияют, потому что этот материал, он пятислойный. Здесь 5 слоев ПВХ ткани и также защитный слой с двух сторон. Аналогичные царапинки есть и на корме, но происхождение их немножко другое. Как правило, корма более нагружена, соответственно, осадка больше. Поэтому, когда байдарка проходит большую часть мели, то вот примерно третья часть, как раз корма, она цепляет те места, которые оказались слишком мелкие. И здесь тоже образуются царапинки, некоторые даже весьма заметные. Есть и вот такие вот поперечные царапины, причем вот это вот достаточно глубокое. Здесь поврежден верхний защитный слой и даже видна сама ткань. Такие образуются нередко на больших морских камнях. Бывает, что вылетаешь на такой камень, и оттуда уже никак не спихнуться, потому что оттолкнуться веслом от соседних камней невозможно, их попросту нет. Вылезти на соседний камень, чтобы байдарку снять, тоже невозможно. Вот тогда остается раскачивать ее с борта на борт и пытаться таким образом слезть. А морские камни, они часто покрыты такими домиками морского рачка Боляноса, или еще называют морской желудь. Они довольно острые. Вот когда байдарка все-таки в бок соскальзывает с такого камня, вот получаются такие вот царапинки. Иногда образуются вот такие вот прямые царапины, идущие чуть ли не с половину длины байдарки. Такое бывает, когда на большой скорости пролетаешь какой-нибудь камень на пороге, и вот этот камень, он как раз и оставляет свой след. Царапины, они бывают не только на днище, они и на бортах тоже. Вот, например, эта характерная царапина. Она получается, когда байдарка долго стояла у берега и ее качала волной.
не всегда удается вытащить ее полностью на берег, скажем, камни не позволяют. И вот она стояла, и каждая волна ее чуть-чуть двигала туда-сюда, туда-сюда, и она оттерлась о какой-то камень. И вот образовались такие вот потертости. Здесь тоже защитный слой уже содрался, и видна ткань, ПВХ-ткань. Иногда на порогах образуются вот такие вот коротенькие царапины, опять же, до ткани. И это след удара какой-то камень. Опять же, на большой скорости лодка ударилась, отскочила за счет упругости. Ну, вот такой след остался. Иногда образуются не только царапины, но и вмятины. Вот, например, малозаметная вмятинка. Она случилась на Калге, на пороге с каким-то финским названием Кастаньёки, что ли, я что-то не помню. Был очень сильный удар камня о дно, так что меня ударило ногу. Вы представляете, толщина дна – это 12 сантиметров примерно. И вот камень пробил, промял это дно, ударил мне ногу, и вот после него осталась вот такая вот маленькая заметная впадинка. В последнее время меня все чаще спрашивают: «Виктор, а стоит ли заказывать варвар с бронированным днищем?» То есть, когда вот эта часть выполняется не из обычного ПВХ материала, а из ПВХ большей толщины. Я отвечаю, что да, стоит, в двух случаях. Во-первых, если в той местности, где вы сплавляетесь, дно часто покрыто очень острыми камнями. Бывает такой вот раскрошившийся камень, какие-нибудь кристаллы кварца, слюды или так далее, тогда, может быть, немножко спасет, если этот материал будет более толстый. Хотя, на мой взгляд, если острый камень прорежет материал 750 грамм, то он прорежет и более толстый. Ну, а вторая причина, основная, по какой заказывают, это просто психологическая, для самоуспокоения. То есть, когда ты знаешь, что у тебя на байдарке дно бронированное, как говорится, более большей толщины, то как-то чувствуешь себя спокойнее, увереннее. Вот только ради этого и заказывают. Разница в цене получается, ну, в зависимости от длины байдарки, от площади этого материала. Где-то 1000-2, наверное, будет добавлено. Разница в весе получится, ну, где-то в пределах килограмма добавится. Но это вы можете сами посчитать. Вот этот материал имеет плотность 750 грамм на квадратный метр. А тот, который ставит вместо него, имеет 1100 грамм, то есть разница 350 грамм на каждый квадратный метр. Площадь дна вот этого примерно 2-2,5 квадратных метра, то есть получается прибавка примерно так грамм 700-900. Ну, опять же вопрос, оно вам надо? Потому что если бронировать дно, то нужно бронировать и баллоны, потому что баллонам достается тоже ничуть не меньше. Площадь их, вот, которая может соприкасаться с камнями, тоже достаточно большая. А если делать байдарку всю из такого толстого дубового материала, она будет весить, наверное, килограмма на 4-5 больше. Ну вот, судя по тому, что с ней стало за 100 с лишним дней, я могу уверенно сказать, что вот мне никакое бронирование не нужно. В Карелии еще не было такого случая, чтобы было какое-то опасное повреждение. Ну да, бывают там легенькие такие царапинки, но они никак не влияют на мореходное качество. Так что, если уж заказывать бронированное дно, то это чисто для психологии, для самоуспокоения. Ну и напоследок мой совет. Если вам нужна такая достаточно легкая, прочная, надежная надувная байдарка, то заказывайте лучше байдарку с баллоном 25 сантиметров и повышенной длины. Вот это, например, имеет длину 380 сантиметров. Но это не варвар-гигант. У гиганта баллон 30 сантиметров, у этого 25. При этом вы сэкономите немножко весу. Но главное, что будет больше скорость, лучше устойчивость, а вместимости вам хватит даже для длительных походов. Я думаю так, что даже если вы не ходите в длительные походы, все равно заказывайте
увеличенной длины, потому что она лучше себя чувствует на курсе. Да и вообще в ней размещаться как-то гораздо комфортнее. Не нужно там всякие гермы поперек привязывать. В ней помещается все, что вам нужно будет. С вами был Виктор Рогов. Удачи на воде!